Стихотворение «Снег» Иннокентия Анинского. Полный текст стихотворения вы сможете найти в первом комментарии к этому видео. Я зиму, да обуза тяжка, от нее даже дыму не уйти в облака. Эта резанность линий, этот грузный полет, этот нищенский синий и заплаканный лед. Но люблю ослабелый от заоблачных нег, то сверкающий белый, то сиреневый снег. И особенно талый, когда выси открыв, он ложится усталый на скользящий обрыв. Точно стадо в тумане, непорочные сны, на томительной грани всесожжения весны. Краткий анализ стихотворения «Снег» Иннокентия Анинского. Стихотворение было написано незадолго до смерти поэта, в декабре 1909 года. Опубликовано уже после его кончины, в 1910 году. Тема стихотворения «Зима как конец жизни» – это время, которое избавляет от иллюзий. Произведение делится на две части. В первой Анинский говорит о зиме как о времени года, которое его тяготит. Вторая часть посвящена предчувствию весны. Жанр стихотворения – пейзажно-философская лирика. Стихотворение написано анапистом с перекрестной рифмовкой. Что касается литературных приемов, то в стихотворении встречаются такие приемы, как эпитеты, грузный полет, нищенский синий и заплаканный лед, ослабленный сиреневый снег, непорочные сны, метафоры, дыму не уйти в облака, выси открыв, снег ложится на обрыв. И сравнение. Точно стада в тумане, непорочные сны. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.